Мексиканские инженеры стараются идти в ногу со временем и подгоняют под этот темп любителей утренних пробежек. Бегунам предлагают примерить новую спортивную куртку, оснащенную последними технологиями. Ветровка под названием «Подиум» позволяет спортсменам в режиме реального времени получать информацию как о параметрах тренировки, например, дистанции и количестве сожженных калорий, так и о показателях своего тела, температуре и частоте пульса. Эти данные собирает микропроцессор, который позже отправляет их через Bluetooth на смартфон спортсмена или его тренера. Если частота пульса превысит определенный лимит, бегун сможет об этом узнать, ведь телефон пошлет ему соответствующее сообщение или запустит сигнал тревоги. То же самое и с температурой. Такие функции позволяют спортсменам улучшить свои показатели. При этом вся электроника защищена водонепроницаемой дышащей тканью, в куртке из которой бегунам вполне комфортно тренироваться. Мы разработали несколько версий, пока не пришли к дизайну, который позволяет разместить электронику по всему телу. Эта куртка сделана из распечатанного на лазерном принтере водонепроницаемого материала с отверстиями, что позволяет бегунам охлаждаться. Кроме того, умная куртка постоянно подзаряжается при помощи тонкого слоя солнечных панелей, размещенного на спине. Разработчики начнут принимать заказы на продажу этого изобретения уже с начала следующего года.